Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала Zarbaz Games. С вами NeoZar, и это ДС-чка. Всем приятного просмотра и поехали. Что ж, за кадром я пофармил, как я и сказал, души на этой, блин, богозабытой ферме в пристани. Вот, 12 тысяч душ нафармил, и зачем они мне нужны? Сейчас все по порядку, сейчас я вам расскажу. Итак, идем к старухе. Здравствуй, карга старая, блядь. Хе-хе-хе-хе-хе, блядь. Хорош хихикать, блядь, скидку давай, блин. Смотрите, у нее продается вот такая вот штуковина. Вот такая вот ароматная ветвь былого. Я покупаю, блядь, за 12 тысяч душ, а? 12 тысяч душ, мать ее, блядь, старая корова, блин. Давай, что ж теперь делать-то? Короче, купили. Сейчас я вам скажу, для чего мне это нужно. Эта штука мне нужна для того, чтобы мы получили еще два эстуса с вами. Так, и вот здесь вот я сундучок не открыл. Как-то я его пропустил, не знаю. Открываем сундучело. Надеюсь, нам сейчас этот не даст нам полбута. И получаем короткий лук. То, что я так давно хотел. Очень я хотел давно этот короткий лук. И вспомнил, где он есть. Не то, что не вспомнил, а пошел как бы меч свой закаливать. И вспомнил, что там есть кое-что, что я не открывал. И давайте поставим свой короткий лук сюда. Так, стрелы у меня, по-моему, я уже покупал стрелы. Стрелы у меня должны быть. Так, невозможно эффективно использовать этот бред с текущими характеристиками. Да что ж тебе, блин, да что тебе не нравится, а? Что тебе не нравится, что мне нужно вкачать? Так, мне нужно вкачать ловкость 12, юпс, туда. Вот это вот да, а у меня сколько ловкости этой? Блин, это мне на уровень еще. На уровень. Блин, а сколько мне нужно на уровень? Блин, я даже не знаю, мне, наверное, мне кажется, ребят, не хватит на уровень. Придется сейчас опять все это лопать. Вот это да, вот это вот обламинго, блин. А лук мне сейчас очень нужно. Очень понадобится. Да, хорош пиздить, а. Как ты мне заебал уже, ты пиздишь и пиздишь. Пиздишь и пиздишь, 5200 мне нужно. Так, 5200. Ну придется сейчас все опять сажать. Все, что я опять где-то насобирал. Сейчас попробую сожрать это все. Так, давайте. Так, использовать. Ты 3 мне давай используй. Так, 6000. Так, блядь, я чувствую, не хватит, мне кажется. Это будет, блин. А, блядь, какой не хватит? Да ёпта, блядь. Там нужно. Я-то еще что, блин, торможу. Все, блядь, хватает. Давай, блядь, опять. Вот она, блядь, пиздоболка. Это просто пиздец какой-то, блядь. Она пиздит и пиздит. Так, ловкость мне, короче, нужно качать. Так, давайте вкачим ему ловкость. Так, качали ловкость. И хватит мне еще, блядь, на уровень. Курва, блядь, дай еще уровень-то мне, пожалуйста, блин. Я душу не хочу терять. Так, 5330 мне нужно. Блин, еще придет чем-то сажать. Ну ладно, в принципе, я говорю, что вот эту вот херь нужно, ребята, жрать, пока они у вас есть. У меня они постоянно, в конце игры постоянно оставались. Постоянно. 5020. Может, скидку сделаешь, а? 5330. Короче, чуть не хватает. Ладно, я думаю, сейчас мы это заработаем. Так, ладно, теперь мне лук-то мы поставили, да? Так, лук мы поставили. А как теперь стрелять? Ну, да, посмотрим-то. Забыл. О, стрел нету, да? Ай, я жопу поковыряю себя, блин. Стрел у него, блядь, стрел он хочет. Так, где поставить стрелу? Вот сюда давайте поставим стрелу. Так, стрела из дерева, стрела из железа, стрела на счастье, урон огнем и ядом. Так, мне нужно, наверное, знаете, как поставить? Вот это вот сюда поставить и яд сюда поставить. Так, ну-ка, а как переменять их? Так, ну-ка, подожди. Как поменять стрела? Блин, он ядом стреляет. А как? Мне не нужно ядом, чтобы стреляли. А как поменять-то? Блин, мне не нужно, чтобы ядом он стрелял. Так, убрать. Так, значит, сюда давайте поставим тогда яд. А сюда поставим вот эти вот простые. Интересно, каким он сейчас будет стрелять. Ну-ка, подожди. Давай, Гондурасыч, блядь. Так, ну-ка. Вот, теперь вот этим стреляет. Ладно. Это как-то потом разберусь. Ладно, сюда мы поставили. Так, а что такое? Что у тебя случилось-то? Так, где мой меч, блин? Меч длинный плюс 5. И сюда мы поставим лук. Вот так вот. Здесь по весу у меня все как бы нормально идет, да?
Сюда я хочу поставить вот эту вот все-таки. По весу я нормально прохожу я. Прохожу, у меня 69%. В принципе, ничего это не будет отражаться на мои ни перекатов, ничем никак бы не будет. Так, хоп-хоп-хоп. Ну-ка, прыгает. Так, и теперь смотрите, ребят, куда мы идем. Мы сейчас пойдем с вами сначала за Эстусом. Нужно Эстус нам. Много-много Эстуса. Так, отправиться, и мы с вами идем в Междомирье. Вот сюда мы с вами идем. Так, погнали. Я не знаю, был ли там Эстус, но, по крайней мере, когда я проходил, я помню, что вот эта вот статуя какой-то там стоял, по-моему, там был Эстус. Я не помню как, но в какой-то вот этой вот комнатушке был там Эстус. Так, давно мы здесь не были. Блядь, где проход-то этот сраный? Вот, по идее, у меня сейчас должно 6 Эстусов стать, и потом мы с вами кое-куда тоже пойдем. Так, где тут этот, блин, забетонированный хрен-то был? Так, хрентуша. Так, вот здесь, по-моему. Так, ну-ка. Так, давай, на. Блять, он сейчас это живет, да? С одного удара убиваю. Надеюсь, что я здесь это накоплю сейчас себе. Жизню-то. Ёпты мать. Они же, по-моему, что-то это делают. Я не помню, что, но они вот это, по-моему, травят или что-то такое. Короче, в эту херню лучше не заходить к этим лягушкам. Так, вот, смотрите, мы уже уровень, в принципе, набрали. Что ты делаешь, а? Что ты делаешь? Что ты делаешь, мудозвон, блядь? Блядь, вот ты мудак-то, а? Сбивай нахуй дуб этот, блядь. Ёбаный. Блядь, где этот стрелочник ебучий? Пошел в жопу, блядь. Так, макака, иди сюда. Блин, у этой макаки, блин, глаза пипец, блин, вообще горят. Как будто она живая. Так, камень огненного дрейка. Че такое за камень огненного дрейка? Что-то вообще не понимаю. Так, и смотрите, вот здесь вот сейчас будут эти, блядь, сраные, блядь, вонючие саламандры. И нам нужно вниз, блядь, спуститься. Вон, по-моему, блядь, вон там, по-моему, мой и осколок Эстус торчит. Ну-ка. Заебись, стрельнул. Метка главная. О, чё, блядь, получил голо. Я не хочу убивать туда, спускаться. Знаете почему? Потому что они сейчас там помещение там маленькое, и они там могут, блядь, покусать нахуй очень сильно. Хоп. Вот видите, блядь, одну, блядь, запиздячил. Так, душники пролетели за нее. Так, и еще одна. По-моему, там их 3 штуки будет сейчас сидеть. Да, вон 3 штуки, они там тусуются, блядь. Тусуются, блядь, падаль, блядь. Падаль глазастая. Да, сука, блядь, да встань ты, блядь. Ты встань-то на одном месте, вот сука, а. Я сам боюсь пиздануться куда-нибудь, блядь. В хвост лишний стрельнуть, блядь. Во, блядь, заебись, блядь. Смотри, опухло, она чуть припухло, блядь, глаза вылезли, блядь. А-а-а, пошла, блядь, пошла. Пошел. Ай, больно совсем, да? Больно совсем. А хули ты думал, я что, просто так, что ли, тебе будут прыгать, блин, туда? А хуй ты угадал, меня там сейчас заразите, отпидорите меня, блядь. Не буду я как там, блядь, гондурас сидеть, блядь. Хуй, блядь, вы угадали, блядь. Я не нахуй не дурак, блядь. Так, вот там, смотри, там еще он какой-то стоит. Хуй, блядь. Давайте ему прям сейчас в очко, блядь. Прям хоба, хоба. Ха-ха, не в очко, блядь, прям промеж ног. Ты что, тоже, что ли, стрелок, блядь? Хуй, блядь, а? Давай, блядь, давай, постреляемся. Давай, хули. Че, все, нахуй, сдох, блядь. Все, настрелялся, блядь. Хуй мамин, блядь. Так, как вам, блядь, попасть-то этой, блядь, говнорылице, блядь? Темечко-то, блин, а? На. О, блядь, хорошо вошел, да? Хорошо вошел. Прям, блядь, у нее ж, блядь, это... Глаза на лоб выкатываются. Все, пизду, настоебал, блядь. Мне эта хуйня, блядь, по-моему, там больше нет никого. Может, есть, может, нету, блядь. А, нет, вот еще одна хуй, блядь, макака, блядь. Нахуй. Все, сдохли. Видите, у них как глаза торчат, как будто они правда живые. И смотрите, душ так нормально дали. И вот здесь что мы получаем? Осколик фляги с Эстусом. Отлично. Отлично. И, в принципе, больше здесь делать нехера. Сейчас мы пойдем быстренько прокачаем. Еще один уровень возьмем. А уровень здесь прям качает что-то вообще на ура. Ну, вот это вот место, вообще читерское место, где вот эти вот душники, они там просто летят. Но я вам показал. Вот что, как бы, 20 тысяч душ вообще прям с куста, можно сказать. Так, где я оказался-то?
Так, ты что, давай, тут бомжи, да? А, смотри, бомжи чуть с первого удара не убиваются. Я думал, они будут с первого удара убиваться. Ну, нельзя, с первого удара не убиваются. Ну, хер бы с ними. Так, где я оказался? Что-то я не понял. А, ну вот дуб. Мы, в принципе, сейчас это знаем, где мы примерно окажемся. Давай нахер. Корячься, блин. А, быстрее. Так, так, где мы? Где мы? Где мы? Так, оттуда проход, отсюда проход. Так, мне, по-моему, сюда куда-то нужно идти, да? А, нет, не сюда мне нужно идти. Мне нужно идти кострищу моему, кострищу. Здесь, в принципе, ребят, больше делать нехера, больше здесь ловить не нужно. Здесь еще можно пол поменять. Там у этого, блин, у гоблина противного. Ну, пол я как-то менять не хочу. Я же вроде как, блядь, натурал, не трансвестит никакой. Так, смотрите, теперь мы отправляемся, знаете, куда? Теперь мы отправляемся вот сюда. Невидимая тропа к Хейду. Пошли. Здесь мы сейчас еще, по идее, должны кое-что взять. Кое-что взять. Но мне так кажется, что там тоже должен флешка с Эстусом. Я просто небольшой гайдик тоже так могу признаться. Подсмотрел. И где мне сказали, где фляжки с Эстусом лежат. Ну, вернее, вот там-то я точно знал, что они там есть. А вот здесь вот мне сказали, что если ты потратишь кое-чего, то ты получишь фляжку с Эстусом. Сейчас проверим, блядь, так или не так. Я смотрел по Дарку второму. Вот, это шкаляр, блядь. Может, он отличается, блядь. Хер там узнает, блядь. Ах вы черти, ах вы че, ах че такой быстрый-то, а че такой, да, ой, да это че вообще шляхерел, блядь. Ты быстрый как банас, блядь. Умри нахер, умри, сказал, умри, сука. Так, дай мне сюда перчатки, блядь, какого-то ебаного часового, блядь, которого мне нахер не нужно, блядь. Так, и вот здесь статуя. Осмотреть, да, давай. Открывайся. О, блядь, хоть Чингачгук упал, блядь, Робин Гуд, блядь, сраный. Не, ты в кого там нацеливаешься, ты гондон, блин. Видишь, вот стою, блядь. На, нахуй. Кончилось все. Молодец. Молодец. Мне это кажется, или там кто-то, блядь, большой стоит? Да, тут, блядь, такой говномамон, блядь, стоит, пипец. Нихуя ты, блядь. Нихуя ты, блядь, здоров, блядь. Здоров, мужик, блядь. Здоров, тебе сказал, блядь. Вообще пипец, блядь. Мне кажется, он мне пизданет один раз, и мне сразу плохо, блядь, будет. Так, вот этот мамонтенка я, блядь, пизданул, блядь. Так, а что ты охранял? А что ты здесь охранял? Осколок фляжек с Эстусом, еще один. Пожалуйста. То есть у нас теперь будет 6 фляжек, это очень хорошо. 6 фляжек, это очень хорошо. Так, что у нас здесь? И мы с вами заработали уже на уровень. То есть сходили так невзначай, заработали еще на уровень. Так, шлем рыцаря. Так, давайте посмотрим. Ну, мне кажется, это говно, потому что у меня-то... Ну, у меня элитный рыцарь, блядь. А вот простой рыцарь, видите, как он отличается, да? Я покажу вам потом альвы доспехи. Ну, не знаю, буду... Блин, мне пока жаба душит, блядь. Вот сидеть этим дрочевым заниматься, блин. Сидеть эти душеньки, блядь, фармить, ну, нахер. Пока не очень-то хочу. Так, что, откроешь, блин? Открывай дверь ты. Хуй, тебе что тут откроют, блин? И что, больше никуда нельзя спуститься? А сюда-то нельзя никак спуститься? А там вода что-то? Вода. А что, нет никакого больше прохода-то здесь? Что, больше нет прохода? Да вы серьезно, что ли? А, да ладно, да должен быть какой-нибудь проход туда. Давайте еще получше посмотрим. Что, реально, что ли, нет ничего? Смотри, реально нет никакого прохода. А как же туда вниз спуститься? Или там это просто как балкончик, мне кажется, да? И туда реально мы там, может, с вами ходили уже. Ну да. Ладно, возвращаемся в Марджанджа. Марджанджа, я иду к тебе. Марджанджа, ты, наверное, уже соскучилась по мне. Так, Марджанджа. Так, ну хорошо, 6 баночек. Я не знаю, сколько, ребят, напишите, пожалуйста, в комментах, кто помнит, кто, может, несколько раз, а вы в комментах пишете, что несколько раз тут прошел. 12 же здесь банок будет с Эстусом, да, и, по-моему, плюс 5 можно усилить его. По-моему, так как-то. Так, отправиться. И теперь мы с вами, знаете, куда идем? Мы теперь идем в башенку, и нам нужно вот сюда или не сюда.
блядь, с ними там драться будем сейчас. Долго бегал по дорожке. Давайте сюда, наверное, пойдем. Я что-то не помню, как туда точно... А, не сюда я пошел-то. Я же хотел к этой, пиздец летать своей, прокачать уровень. А то сейчас мы, блядь, просрем уровень, манду. Лучше 7000 сейчас я прокачаю, еще что-нибудь возьму. Даже не знаю, что мне сейчас прокачивать. В принципе, у меня все в игре практически есть. То есть мне... Я прокачал то, что лук... Лук мне нужен. Да, блядь, ну давай ты уже корову, блин, а? Как же ты меня замучил уже, блядь? Пиздит. Так, жизнь, стойкость, сила. Ну, сила у меня тоже, видите, как бы есть, да? Ну, пока что я даже не знаю, что качать. Ну, давайте жизнь прокачаем. Жизнь, она всегда жизнь. Так, и теперь мне нужно улучшить флягу с эстусом. Так, отдать, да. Давай уже, давай, молись, быстрее богам эстуса, блин. Хорошо, флягу сильно. Давай еще раз помолись богам эстуса. Молодец. Так, хорошо. Все. Отправиться. Сжечь мне ничего не могу, Так, отправиться. И вот теперь мы готовы отправляться туда, куда нам нужно. Так. Погнали сюда. Нужно эту локацию как бы добить, потому что мы как бы начали и туда, и сюда, и никак мы эту локацию не добьем. А здесь очень есть еще кое-какие ребятишки здесь есть. Кое-какие ребятишечки-то есть. Так, где здесь сраная лестница? Вот, правда, к этим ребятишкам-то сейчас будем мы идти очень долго, муторно. Потому что здесь придется локацию, мне кажется, защищать. Я не знаю, прорашить здесь получится, не получится. Хер там его знает. Так. Хер, блядь. О, блядь. Я тебя не звал, блядь, белая скотобразина, блядь. Ну, иди. Давай. Хуя ты, блядь. Как так? А где бэкстеп-то, блядь? Чё, охуел, блядь? Смотри, что творит этот гадёныш, блядь. Смотри, что творит этот пидор, блядь. Чё, блядь, пиздец. Просто пиздец. Я просто хуею от него, блядь. Ты чё, блядь, вообще, что ли, блядь, говнодышащий, блядь, пидор, блядь. Жесть, а. Вот это козлина. И мне сейчас человечность, блядь, чуть-чуть убавилась, да? А, нет, что-то человечность не особо-то у меня убавилась. Ну ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Может, я думаю, вообще прорашить? А, нет, там прорашить не получится, там сидит дракон, и мне нужно их всех будет убить по-любасу. Мне придется их убивать, потому что мы... Почему я сказал, что мне нужны стрелы? Потому что мы сейчас идем к дракону с вами. Где этот, блин? Где эта прокладка-то белая? Иди сюда. Окей, уби, блядь. Да, что ты, блядь. А, тебе, блядь. Как такого не ожидал, блядь, попец-то, блядь. Да бей его, блядь, пока он тут лежит. Ты хули ты смотришь на него, блядь. Пока он там стоит, блин, хрен, блин. Рыцарь, блин. Непонятно какой масти. Зашибись, сейчас бы он меня, блядь, втащил бы, блядь. Я просто охренел от его удара. Так, хорошо. Идем. Так, где здесь? Тут вот еще шайтан один будет стоять. Шайтан. Так, белый меня, наверное, это сейчас по моим этим, блядь, носкам почувствует, блядь, побежит, блядь. Не побежал, блядь. Почему другой тут побежал сюда, блин? Слушай, давайте, ребят, вы по одному, а, блин? Что-то как так это, не в калинкор всем идти-то, блин. Я здесь один, а вас двое. Да пошли вы нахуй. Так, да. Давайте. Будем так с вами сражаться, только так. Сейчас, не дай бог, еще прокладка пробежит сюда. Будет вообще, блин, прекрасно, если сюда прокладка пробежит. Блять. Попался, козлёнок, блять, он еще тут далеко стоит, который мне нужен, блин. Пиздец, да охуели, что ли вы, блять, совсем бы? Да пиздец, вообще просто пиздец. Как, сука, с ними с двоими драться-то, блин?
Я даже вообще даже крякнуть не смог и пукнуть не смог, бля. Блять, вот уёбки, блять, вот их доставили, блять, пиздец, блин. Специально, что ли, так поставили? Вот теперь у меня, я вижу, что у меня, блядь, жизнь теперь у меня уменьшилась. Конечно, уменьшилась, блин. Потому что, блин, поставили их как уродов, блин. Всех вместе, блин. Ах, жесть. Тварь, блин. Еще сейчас прокладка опять пиздится. Прокладка. Вон, идет прокладка. Почему ты респаешься, а, прокладка? Ты вообще, по идее, не должен был респиться. Рыжил, блин. Бля, вот все равно вот ударит, а? Ведь все равно вот ударит. Вот, вот гандонище, а? Могуч, могуч, могуч. Ты гоняешь стаи туч. Так, а вот из них, по-моему, броня должна какая-то падать. Что-то из них вообще ничего не падает. Или здесь нужно какую-то шапку мономаху одеть, чтобы из них что-то упало вообще? Что-то я даже не знаю. Так, ну-ка. Ну-ка, сейчас мы сделаем. Вот так вот, блин. Давай, наводи свой телескоп, блин. Спаньк. Спаньк, идешь. И... Бля, они все равно по двое ходят. Как ты ни крути, они все равно по двое ходят. Ну ладно, одного забрал, другого накернил. Ах, ох. Так, флешка Сестус меня спасла. Так, у меня еще эти, блядь, самоцветы нужно эти где-то купить. О, смотри, что-то упало с него. Что это такое, треснешь синее. Блядь, в очко себе засуньте свое око. У меня вообще не до ока, до вашего. Дела нету. Блин. Так, вот этого нужно как-то сюда провоцировать. Эй. 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 Прокладка. KUB. KUB. Что-то он какой-то ни о чем, мне кажется. Ой, смотри, что-то из него тоже вылетело. Понжи рыцари Хейда. О! Понжи рыцари Хейда. Давай посмотрим, что это такое за понжи рыцари Хейда. Так, понжи. Вот эти что? Понжи рыцари Хейда. Смотри, даже, блин, это чуть, бывает чуть получше. Ну-ка, о, какие, блин. Блин, хоть я кривоногий стал, фу. Понжи элитного рыцаря. Ну, это не я кривоногий, это у меня герой кривоногий. Так, давай сюда иди. Хера пизданул, блин. Да, сейчас они, конечно, вообще ни о чем. Мне кажется, раньше, когда я проходил, они были посерьезнее трещины всего. То есть, короче, можно вот это вот из этих рыцарей белых все-таки выдавить, да? О, блядь. Встал, блин. Сразу два встали. Два чмазепа, блин, встали. Нахрен пошли, блин. Я с вами двоим не буду драться. Вы что, блин, охренели, что ли? Что они там? Бля, бегут, блядь. Два, блин, бегут, блин. Двое из ларца, блин, одинаково с лица. Охренеть не встать. Че, блин, все кончились, блин. А куда? А куда белый-то убежал? Эй! Белоснежка! Белоснежка, комцу мир. А вот он, Белоснежка идет. А вот, Белоснежка, смотри, Белоснежка храбрая. Давай. На тебе драгоноловый, блин. Ах ты, сука. На, бедро. Пидорас. Да, сука, да убей ты его нахуй, мудак ебанутый, блядь, ёб твою мать, блядь. Блядь, не дай бог ты сейчас меня убьешь, а? Гандон, блядь. Истинный, бляха. Бля, он мне все, блядь, он мне все, блядь, ебанул, блядь. Ну, давайте фляжку заюзаю. Что здесь еще юзать, я хрен знаю, блин. Потом, представляете, как сейчас с боссом драться? Не с боссом драться, вон, видите, там сидит. Дракоша, блин. Вот дракоша мне нужно сейчас будет угандошивать тоже. Заебись. Блять, то попадает, то не попадает, блять. Гандон упитанный, блять.
Хорош, нахуй. Теперь моя очередь, блядь, тебя пиздить, блядь. Иди нахуй отсюда, а. Так, а может у этого, может сет собрать вообще? Вот этого рыцаря Хейда собрать тоже. Я что-то как-то это не заморачивался этим. Ой, мне кажется, это так долго, небесное благословение. Небесное благословение, это, по-моему, всю жизнь она регенит, да? Так, ну и смотрите, вот зачем мне нужен, в принципе, был... Здесь мне нужен был этот лук. Так, так, так. Все драконы убиваются вот таким макаром в Dark Souls. А как? Ну никак больше, только так. Хули ты? Что ты делаешь-то нахуй? А как, блядь, как стрелы поменять, а? Кто-нибудь знает? Не отравлено, нужно стрелы поменять. Не то. Это тоже не то. Так, ладно. Сейчас мы сделаем по-другому. Так, и сюда вот отравленный ставим просто и все. Попаду я в него, блин. Чпонька. Проснулся? Дурас. Себе ввалил. Не? Ты когда-нибудь можешь за это никак не хочешь смотреть это. Во-во-во, все, отравился, молодец, отравился, травись, рыбка большая и маленькая, травись, хорошо травит, смотри. Его прям отрава очень идет. Ну вот так вот, ребят, здесь драконов убивают. Во всех частях, по-моему, Dark Souls вот так вот убивают драконов. Ну а как? Больше никак, я не знаю как. Напишите, как вы его убивали. Я, например, вот так вот всех драконов убиваю в Dark Souls. Больше, к сожалению, не знаю, как могут, можно здесь еще убивать их. Не, можно, наверное, если у вас кольцо какое-то есть с этой, как ее... Блин, что-то как не попадаю я, по-моему, туда. Если у вас кольцо есть с огненной защитой, там, к нему подойти, он огнем, да это нахрен. Если хоп, вот так вот ему напулял. Напулял еще вот так вот, хоп. Еще напулял. Ой, блин. Сейчас он мне напуляет по жопе-то. Может. Может, когда захочет. Че он там, не заразился еще? Хряк-то этот. Так, нахрен на него стрелы, я не хочу нормальные тратить. Лучше я сейчас сюда вот эти вот поставлю. Простые, сейчас простыми его допуляю. Долго, но что делать? Что-то как простыми вообще не катит. Юлия, мне кажется, больше сейчас получше здесь. Хотя... Я просто не знаю, где отравленные стрелы еще можно потом взять. Они ведь мне могут пригодиться, хотя я не знаю, пригодятся они мне, не пригодятся. Но могут пригодиться. Чпонька. Да. Тебе сколько за него душеньки мне дадут? Мне кажется, блин, душ, блин, не меньше пятерки, наверное, дадут за него. Смотри, какой живучий гаденыш, а. Блять, один кропальчик остался. Кропальчик, ты что, блин, на скотину не бежишь, а? Кропальчик, сейчас два выстрела, он подохнет. Блин, на геймпаде, конечно, не так удобно. Вот это вот в цель здесь сделано. Явно для геймпада это все не продумано. О, все, сдох. Ну и сколько за него душ? Чего, 2000 душ за него дали? Охренеть, да это вообще, это как от простого моба. Значит, он вообще будет респаться. Кстати, а если он респится, тоже под вид... Блядь. Ты откуда взялся? Шайтан машина. Ух ты. Он что, с этим? С копьем? Хрена себе. Заебись.
базара. Сука, пошли вы нахуй! Просто идите нахуй, блядь, с этими рыцарями, блядь, пидорасами, которые сюда наставили, блядь. Ка, блядь. Пиздец. Просто пиздец. Все, нахуй, давай теперь начинай все сначала. Я ебал, блядь, сейчас я попробую прорашить. Я не знаю, там дракон сидит, мне все утомило нахер. Это просто жопа какая-то, блядь. Жопа раздерищенская, блядь. Убей дракона, блядь, посиди 30 минут, потом еще добеги нахер туда, блядь. Я ебал, блядь, сейчас буду бегать нахуй, блядь, я не знаю, как хуй, блядь. Иди в пизду нахуй, ты меня не видишь, блядь. Даже не знаю, как лучше здесь делать-то, блядь. Че, они идут за мной, блядь, идут нахуй, сейчас и толпой пойдут. Чё ты, ёпта, мэн? Ну давай, ёпта. Заебись, блядь. Пиздец моим душам, нахуй. 10 тысяч душ улетело, пизду, блядь, потому что просто охуительно здесь сделали, блядь, этих пидорасов, блядь, которые белые, эти, которые ходят здесь, которые нахуй они встали, они еще и респаются, блядь, постоянно, блин, охерительно, блядь, отравленная стрела, давай, нахуй, отравленную стрелу мне, блядь, в жопу, блядь, засуньте, блин, чтобы мне так не горело, нахуй, от этих отравленных стрел ваших, блин, говно собачье, блин. Блин, как же бывает подгорает из-за этой хероты здесь. Где эта прокладка, блин? По-моему, идет. О, идет прокладка. Ну, здесь, короче, все сначала. Все сначала на колу мочало. Давай. Угу. Угу. Да раз, блядь. Ты можешь его хотя бы ногами пиздить, а? Пока он лежит. Заебись. Охуительно. Охуительно. Давай еще, блядь. Еще раз пропусти, блядь. Если ты ждешь, блядь, как с куста, блин. Отдал, блин. А, заебись, вот у меня, блядь, мои душники, блядь, лежат. Нахуй они здесь лежат, блядь. Давай десятку отдавайте мне. Я не знаю, где этот, блин, там это еще сидит. У меня сейчас, блин, стрел не хватит, блин. Сейчас еще с этими двумя, блин. Двоими из ларца, блин, пиздится, блин. Вообще охерительно, блин. Лук-то возьми, блядь, герой, блядь. Видите, сразу эти два гундураса идут, блин. Мужественно так вышагиваю в ряд, блин. Это добровольный наш отряд. Отряд пиздюляторов. О, хорошо, хорошо, блин. Вообще зашибись. Ай, ой, уйди от меня, уйди от меня, сука такая. Доп. Оба! Дядька Черномор, блин. Давай я попробую это, что ли, заюзаю пока. Самоцвет жизни. Потом у кого-то самоцветы жизни продавались. У бабульки, по-моему, продавались эти самоцветы жизни. Нужно у них где-нибудь нафармить эти самоцветы в жизни, блин. Полные ягодицы, блин. Сука, блядь, пидорасы, блядь. Пошел ты в жопу, блядь, козел, блядь, белый, нахуй. Смотри, он еще и бежит за мной, а. Ты не охуел чуть-чуть, а?
Бледный камень. Что, блин, здесь... Кто это придумал такую херню, чтобы у тебя бледное очко стало, блин? От этой хери. Так, ну смотрю, вроде... Нихуя. Конечно, последний удар, как обычно, не хватает. Зато ему все хватает. Может, сдохнешь когда-нибудь, а? Так, что это, сидит, блин? А, нет, смотрите, не сидит дракон больше. Блядь. А, ну да, здесь и двое этих гондонов-то они бегают. А тот, по идее, не должен сюда выйти. Он только до этого места доходит и все. А этот ходит здесь, блядь, бродит, блядь. Дохуя у тебя выносливость, да, братюнь? По-моему, дохуя ему, блядь, по-моему, похуй совершенно, сколько у него выносливости. Нихуя себе, что он такой сделал сейчас? Что это за подкат, блядь? Что это за подкат ты сделал такой, блядь? Пидарас, блядь. Фу. Хер из них что падает. Последний камень у меня, короче, заюзу сейчас, блин. Флягу с эстусами остались, все. Вот это сейчас сверчок. Вон там опять белый будет сидеть. Я когда-нибудь до этого, блин, дойду. До босяра-то, блин. А как к этому босяру проходить? Его с первого раза потом нужно будет убивать как-то. Кончился, надеюсь. По-моему, да. Так, вот тут белый еще будет сейчас сидеть. Грозный, он мне тогда, блин. Он же меня отхуесосил-то, блядь. Вот этот вот гондон, блядь. Давай, блядь. Хуя ты как. Получил, блядь. По ягодицкам, блядь. Ты, сука. Ах ты, блядь. Ах ты, блин. На, блядь, умиротворись, блядь. Своим бедром, блядь. Сука, это от них, наверное, соляр, блядь, родился, блин. Он тоже ведро любил на голове таскать. Так, ну вот здесь вот это вот кикимора была. И чё? Не понял. Чё-то такое потянуть. Давай потянем. А чё, ничего не дали? Зашибись. И чё, я вот эту вот макаку, блядь, дракона убил, блин, просто так, что ли? Ничего не дали вообще. Тебе нищета, блядь, на тебе нихуя, блядь. Типа, блядь, убил, блин, за нее душеньки дали и все. А, вот что-то лежит, смотри. Старый лучистый самоцвет жизни. А здесь что? Человеческая фигурка, зашибись, блин. Обалденный лут, блин, вообще. А где, блин, а что с драконом-то, блин? С драконом чем? Да, по-моему, раньше что-то падало с драконов-то с этих. Мне, по-моему, щит какой-то драконий был, нет? Что-то странно, блин. Или, может, я сдох. Так, ну кто у нас тут? Древний, блядь, поджигатель, блядь, драконоборец, блядь. А, хуй тебе. Да, этот хуй может, блядь, на кукан посадить, блядь. Этот может, блядь. Давай, выносливость-то где, блядь? Чего ему бэкстеп не проходит, блядь? Так, спокойно. Давай. Ах ты, сука, прошел удар, блядь. Ну давай вставай ты, блин, говно мамонта, блин. Ой, не-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 не. Хорош, ты вот с этим завязывай, тебе сказал, с этим. Завязывай с этим, сказал. Можно это, интересно, как каст вообще прервать, когда он начинает вот эту вот херню вот свою делать? Сука. Ах ты, сука, дурень такая, блядь, противная, блядь. Давай,
Дайте я лучше, блин, подхилюсь на всякий случай. Ну, осталось там крапали вообще. Ну, сами знаете, Dark Souls такая игра, что когда остается крапаль, тебе потом может, блядь, босс насадить на кукан, и у вас останется не крапаль, а вы будете потом орать, блядь, ах ты пидорас, блядь. Давай, блядь. Ломай нахуй все здесь, блядь. Пошел в пизду, блядь. Говнарь, блядь. Победа. Сладкая победа. Фу, душа старого драконоборца, старое кольцо со львом. Что это за кольцо со львом? Давайте глянем, что это за кольцо такое со львом мне дали. Так, кольцо со львом. Вот это что ли? Усиливает ответный выпад, блядь, что это такое? Не знаю, что это за кольцо со львом. Нахер мне такое кольцо со львом не нужно. Кольцо со львом, со львом. Ну, 25 душ за него так нормально дали. Нормально. О, нихера себе, что это такое? А что здесь все дохло, что-то? А, я не сюда, что ли, пошел? Здесь... А, вон, другой выход-то. Кольцо со львом, кольцо со львом. Вот здесь кто-то стоит. Вот стоит, кто-то глядит. Так, что это за помещение такое интересное? О, костер. Костер, 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 это хорошо. Так, посидим на всякий случай. Жопу чуть-чуть попарим. Чтобы хоть он так остыл, ты мне жопа, то, блядь, подгорела от этих засранцев. Блин, не дай бог, что я вот этого скарлатина убил, дракона. Я, по-моему, раньше что-то я с него точно получал. По-моему, с него какой-то этот падал. Как его? Щит с него падал. А сейчас что-то ни хрена с ним ничего не упало. Чего тут? Круглый щит клирика, башенный щит. Все это говно, блин. Мне драконий щит нужен. Может быть, просто он из него не выпал. Я помню, что мне где-то раньше падал. А вот это вот что? Ну, это ковенантер, по-моему, стоит. Transient being. Неприятное создание. This is no place for... Be gone. You... Transient... Be... Блядь, тебе... Может, дать тебе, блядь, по щам, а? Блин. Кого-то он мне напоминает. Не знаю, кого он кого-то напоминает. Так, а здесь, смотрите, здесь закрыто все. Блин, ну как же так-то? Я думал, блин, а я говорю, что возможно, что у меня этот козлина убил, блин, рыцарь. Я не взял. Ну нет, если дроп-то падает, он должен оставаться. Если дроп падает, он, по идее, должен оставаться. И вот где-то здесь я драконий щит-то брал. Почему я сюда и пошел? Почему я хотел щиточек себе драконий намутить? Но здесь нет ничего. И он больше не респается. Эти все респнулись, а это все. Макак это больше не респается. Так, ну что, поехали к Ламарджанчу. Больше здесь ловить нечего. В этой локации мы как бы эту локацию все закрыли. И здесь больше ничего такого-то и нету в этой локации. Ну, 25 душ получили. Сейчас мы уровень еще качнем по-быстренькому. В принципе, флягу с Эстас мы сделали. Ну, это что, ну, не выполчит. Что ж теперь делать? Бывает такое. А, ну, как его нужно взять? Я сейчас это в Википедии прочитаю, где щит дракона выпадает. Так, отправиться в Марджанджи. И как его, драконий щит, как его выбить вообще? Если этот хрень, если здесь какой-то дроп есть, если эта фигня не респится, как его вышибать тогда? Я помню, что у меня был. Может, где-то еще? Или я путаю, может быть? Так, а новый уровень. Так, что мы качнем-то? Давайте жизнь. Начнем. И что, мне еще на что-то хватает, да? Так, еще на силу тогда. Как-то вот так вот. Так. Ой, хорошо. Все, иди отсюда. Что ж, друзья, давайте на этом все. Как бы мы сегодня много чего сделали. Прокачались. 6 фляг с эстусом у нас есть. Напишите, пожалуйста, в комментах, сколько всего эстуса будет даваться. И все, на этом все. Не забываем подписываться на канал, давать мне советы, потому что советы для меня очень важны, потому что много я не знаю. Напишите, может быть, вы вперед меня напишите, где драконий щит взять. Потому что я не знаю, по-моему, он мне там падал. Ну, а у меня теперь вот такой щит. Драконьим щитам мне, наверное, не видать. Все, ребят, всем спасибо, всем пока-пока.